Так, с ну чем, собственно, господа, пойдемте. Но Вуду, конечно, Вуду топ. Вы о чем смотрят, что вы там, с чем сравниваете? Ну, это я где-то давно прочитал на сайте, когда для Хила Дон искал. Вот. Там написано было, что Вуду номер один в мире. Но он ну да. Ничем не уступает, знаешь, просто посмотреть. Я сагрил. Бля, Войт. Ну, если ты, типа, берешь как хилбот, конкретно тупо хилбот, то, блядь, типа, дохера всяких. А Вуду, он очень гибкий, его можно настроить прям пиздец как-то, знаешь, ну, блядь, вообще все, что только можно, все через него можно настроить, там. Все макрос, хуёс, вообще. Ты можешь просто, блядь, мышкой тыкать, нахуй, играть. Да. А что у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть его подходит. А я что-то понял, бежал как-то в форме кота. Я в угол, короче, ударился и отскочил от стены, короче. Трэш на меня пошел. Тут пак большой тут. Ну, по-моему, их не было в прошлый раз. Были, мы их также обходили. А чё они как в каре не рисуются? Типа не закрыт портал и, блядь, от... Слышишь, Влад, у нас тут Лилхаммер, короче. Ну, как-то, ну, чувак же одеваться хочет. И как-то хуй знает. Вот, вот если бы ты... Что было бы, если бы ты варом играл не танком, а с ДД начинал? Чё бы ты? Армса, наверное, делал или чё? Конечно, армса. До ульды только армс. А сейчас вот фурики где... они не дамажат. В ульде, по-моему, тоже такое? В армсе да, еще да. Бегать придется. Не, в ульде, ну, поначалу в армсе, но там падают шмотки хорошие с арпом, там можно собрать фулл арп с ульды. Ну, по-моему, там уже когда в топовый шмот уже одеваешься, но опять же, это 25-ка. Ну да. Вот. Мне кажется, там, даже там да, уголона там... придется в армсе бить. Там трини какие-нибудь есть, типа с РПБ? Да, 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 там есть топовая тринька с РПБ, типа там не с роком, а с постоянным. По-моему, да. Сейчас посмотрю. Не помню, что-то я там с РПБ. Не, по-моему, она с критом, но с проком РПБ. Ну это хуйня. Войд, потанчи пока. Ну, то точно, вот, как бы, начнем с пухи. Пуха вот, это идет топовая, это с десятки. Это с хардмода. Ну, это хардмод. Это с лоста, типа, да? Не-не-не, это разрушитель, это четвертый босс. Просто я же говорю, это хардмод, просто. Поэтому 32-я шмот. Падает там, да. Ну, вообще 219-я в десятке. Блять, сейчас я посмотрю. Как эта херня называется вообще? Ульдуар. Блять, где она? Как он оскорбительно, да? Ты помнишь еще? Ты, кстати, Ульдуар, посланников вот, делал? Да. А на каких классах? На БДК, на протоварии, на Эршаме. А тоже БДК, Мишка, протовар. Единственное, что могло удовольствие доставить, это актуальный контент, блядь. Я покажу, как использовать эту способность. Там вот такая тринька только получается, с десятки. Не то с хардмода на Тореме. Да, да, она у нас реализована. Ну, это хотел сказать.
скорпиона еще к тому времени нет. Это вот как мрачный перезвон, только перезвон с меткостью. Ну да. Вармси пусть бегает до Т4, блять, Т4 там потом уже можно. Да, в Т4 тоже можно вармси, по сути. Не можно. Турик тоже что-то вармси может, но он сильно требует шмота, а шмота у него нет. Сейчас я еще 25-ку посмотрю быстро. Потому что с 25-ки я тоже помню, там трини пиздатые падают. Вот, за что мы с тобой бороться будем в 25-ке. Просто да, бис, давай трини проклят. Просто бис, нахуй. А я особо не расстроюсь первым. Бороться, чтоб танк не было. Так а там же это. Сейчас я тебе линкну еще более низко. Он, наверное, типа, танк? Инст сам долгий, блядь. Да, инст этот пиздец какой долгий. Кстати, да. Но вот это более актуально мне. Ну они обе, по сути, долго. Тебе именно. Потому что одна с парированием, а у меня-то парирования нет, мне другую придется. Да, ну да. Вот видите, вы уже сразу ты не поделили. Ну так а чё танком делать? Танк-то. А, тут прыгающий этот босс. Зато я знаю, за какую триньку будут хилы бороться. Эршам, Эрдру, блядь. За какую? Я бегу. Вон, мольба Пандоры. Ну, блядь, Холи Пау она сразу уйдет. Почему? Шам. Нет, Холи Пау неплохая, но там есть другая альтернатива для Холика. С десятки. Сейчас покажу. Да, заебись там с десятки. Типа на Эршаму такое себе. Но опять же, для моногена, блядь, чисто. Учитывая, что она с Алгалона, это триня. Бля. Яс. Ну, да, у меня там этот. Все понятно. Я вам трэш привел, Войд, потанчи. Я триньку ищу. Я уже нашел. Ой. Вот бисовая Холи Пау идет. А еще что? Я уже линканул, ты не линкуешь. А, метеоритный кристалл, да. Вот это вообще просто бис, блядь. Причем это даже бис с выходом, блядь, РС. Это все равно бисовая триня. Чешка выбивается только, блядь, под одного босса, и это под лича 25 гер. Ну, в принципе, еще под РС 25 хм. Как вариант. А так всегда бегают с талисманом восстановления, 45-й тринькой и вот этот метеоритный кристалл. Да если 2 Эрдру есть, так. И чешка не нужна. Ну, в принципе, да. Так, на этой стороне. Поехали. Я. Бездарь. Капустка. И давай этот депонатор. Остальные все с Войдом на ту сторону. Все, че на готовность, если все готовы, то полетели. Да, нас тут четверо будет. Все, все готовы. Даю таймер.
Чё, бездарь? А. О, слушай, давай сейчас небольшую замену сделаем. Давай мне Давай, Юлю. ты туда, Андрюх. А, Коль, Юю, давай ты к нам сюда. Просто, чтобы ДПС более-менее сбалансировать, я и так тут в 2DD буду играть. А, смотри, Андрюх, здесь все, что надо делать, это дамажить трэш. Дамажить трэш, потом появится босс. Короче, первые 3 минуты мы просто будем сливать трэш, который будет появляться. Потом босс появится и будет метаться между сторон. У нас ворота вот эти, которые посередке, будут закрыты. А, твоя задача, получается, ты дамажишь трэш, босс появился, он сначала появляется на нашей стороне, мы его быстренько бьем, он потом берет, телепортируется к вам. Вы его бьете, потом к нам, так до 30%. Когда будет 30%, открываются ворота, он больше не свечается по сторонам, он стоит на одной, на которой он был в последний раз. И все, собственно, пум доливаем. Топорик полетел. Да, Юй, и вас не забывайте, горн каждый на свою сторону отдавать. Не, ну их там больше, они быстро забьют. Меня слышно в 10 скопере, да? Да. Хорошо, тут смотрю, тишина подозрительная. Я уже думаю, блядь, чья улетел. Леохаммер, ты тут еще, да? Да, я тут. Я бы тебе посоветовал как можно скорее просто сделать офспек танка. Проще на самом деле одеваться, если ты танк. Проще собирать тот же самый офспек и так далее. Танка одеть это недолго. Танк одевается довольно-таки быстро. Сделай танка и играй. Учись играть танком на данный момент, чтобы у тебя имелся такой офспек. И помимо обязательно это переделайся в Фурик. Ой, Фурик, в Армс. Потому что армсом ты будешь давать значительно больше. Так, Армс, он простой в освоении. меня слышно, да? Да, тоже здорово. Ясно. Я хотел у Славы поинтересоваться, будет ли он собирать второй статик, третий статик, потому что люди интересуются и собираются ливать. В том плане, если он не собирается сидеть сейчас в статике, ну базар надо. Мы найдем другой статик и 25. Тут же, Ты ну, про я десятку? сегодня ночью. А? Про десятку? Бля, ну да, про десятку. Ты забираешься водить или нет вообще?
Да, собираюсь, только хилов нету. 16 до 19. Так подожди, каких нахуй пизду хилов? Тебе сказали сегодня, Фича может выкачать Холи Пала, он будет играть 24 на 7. Он тебе сегодня писал. Он разговаривал сегодня с Тагариусом и тому подобное. А сегодня я не зашел, вот час назад. Доза. Да. Что, накатил, блядь, опять? Не, при чем ты накатил? Мне горит просто, нахуй. Мне заебало с ЛФГ искать десятку. Ну, я буду собирать, нахуй, с гильдии десятку. Ну, накатил, блядь, ты, правильно? Я не накатил, у меня сгорело. Ну, накатил, накатил, накатил. Блядь, Влад, нахуй, не надо пиздеть. Я сегодня, блядь, отдал, нахуй, блядь, 2К, нахуй, на аукционе, блядь, а плюс 27 саука, нахуй, снял. А плюс еще в хичи восьмерку дал, и тебе еще должен, блядь. Кстати, Влад, нахуй, ну, как ты просил, блядь, короче, десятку дал. Ну. Ну вот все хуйня, почему я себя не слышу, нихуя в этом? Ну, ты себя не слышишь? Ну, я не слышал себя в этом. Хер его знает. А когда бьем босса, не лутайте. Понимаешь, в том плане, блядь, люди, нахуй, ну, как бы пиздят на то, что, блядь, типа, он пошел с вами в десятку. А те люди, которые в гильдии сидят, ну, 25, которые нихуя не зашли, ну, по-любому их надо учить. Их надо учить дрессировать и тому подобное. Ну. Да, будет он водить. Ёпта, чё-то. Типа, я шоу... Почему на этом я шоу это... не повел? Почему он на этом когда не повел? Ну, потому что нету хилов в четверг, я собирал в 16 часов. 16, ты мне сказал по факту, смотри, Слава, ты мне сказал по факту, что ты не хочешь брать пугов. Да хорошо, если нету хилов, так что, блядь, неделю сидеть нахуй просто без, ну, накса десятки или что? Ты это тоже понимаешь. Ну, если нету хилов, как ты будешь бить? Да с пугов, взял и пошел. Пугов, ну, взял вот, и пошел. Две недели назад я взял пугов. Он сегодня зашел, а завтра его нет. И что? А от тебя ебет, ты хотя бы хоть сколько закроешь. Ну, факт то, что, блядь, ну, люди сидят вообще, блядь, ни КД даже не тронутые, нахуй. Тупо неделю просиживают жопу. Почему и ливают? Вот я тебе про это говорю, блядь. Ты пока хилов найдешь, ну, так это, блядь, пройдет, нахуй, месяца три, блядь. Я лучше своих хилов каких-то одену. Ты че, дурак, или что? Я тебе говорю в том плане, то что люди, блядь, почему? То что, блядь, хотят... Не лутайте в рейд. Стоп, не лутайте босса. Не лутайте босса. Поставь Влада, шкаф, пожалуйста. У Влада своя десятка. Ну, другие тоже хотят поднять десятка. Они находят пугов. Ты не хочешь пугов брать. Почему, блядь, не взять двух пугов? Ты лох, нахуй, пойти за пугом. Делай все, ёпта. Делай себе хила, ходи хиль, нахуй. Ты нахуй мне этот хил? Все услышали, ёпта. Возьми Славу, уйди на другой канал, попизди с ним, ёпта. Я вот Славе задаю вопрос, я же говорю, перейдите в другой канал. А ты меня тут нагружаешь, блядь. Хочу попиздеть о погоде, а ты мне про каких-то хилов. Решало, блядь. Как у нас, кстати, погода сегодня была? Все вообще пиздец питул, да? Погода очень говно, еле доехал, или ты. А что за тачка? Машина? Ну. Ранчик. Volkswagen Туран. А, неплохая, блядь. Минивэн. Красиво, ну, красиво. Маленькая. С поясом ГЦ, Андрюх. Андрюх. Он говорит, хилов найти не может. Он, блядь, чем мне пишет нахуй в личку, блядь, Discord. То, что качает Холи Пала, нахуй, ему просто объяснить, как играть за Холи Пала. Он будет играть за Холи Пала, блядь. Ну, Славе похуй. Ну, дальше, да, давай, нахуй. Топи, блядь. Фу, нахуй, сегодня, блядь, аукцион продал, нахуй, 27к, даже я хуй заметил, блядь. С утра как напился, нахуй, ебануться, блядь. Я же говорю, накатил, блядь. С утра, сейчас вечером, нахуй, блядь, нормально все. Тебя еще не отпустило, блядь. Нет, отпустило, блядь. Я похмелился, нахуй, я минералка, вся хуйня, блядь. Отойди назад, Никит.
А даже сегодня, блядь, за эту трансмутацию, да, то, что, блядь, сранит в титан, нахуй, я заплатил 2к. Я дал челу 2к просто, ну, это БРВ или как он там ник у него. Ну, типа, такого плана у него алхимия в нашей гильдии. Я ему заплатил 2к, блядь, чтобы он мне даже с проком я дал. Рухнуло вообще охуенно. На 27к, блядь. Нормально. Изначально тоже я фич отдал, сейчас 8 нахуй. Инжу, он говорит, ну он сейчас инжу говорит, типа покажет не будет. Ну, восьмерочка у него лежит. У меня, блядь, 35. Ну и Владу еще 10. Чё-то я это. Подзаебался. Аус, ты чё такой психованный, блядь? И, кстати, Слава, тут, алё, дай, пожалуйста, права на ИПКП, нахуй, набор и тому подобное. Я помогу с гильдой, нахуй, набирать и тому подобное. Ну, я свой статик слеплю, нахуй. У меня прав нету вообще. Десятку? Нихуя. Да, я до десятку, нахуй, я могу и вторую, 25-ку даже водить. Мне вообще насать, нахуй. Сейчас. С таким отношением, как ты, блядь, делаешь, это базар, ну. Хуи забиваешь просто. Я свою десяточку соберу. Знаю, что ты это взял, если редкий собрался и собирал. Подожди, давай будем, блядь, ты говоришь, хилов нету, нахуй. Вон, человек, блядь, который заходит в Дискорд, провокатор, с мага слез, и, это как бы еще мама. Ну, ему объяснить, как хилить, блядь. Все. Я ему дам, нахуй, на юву, хуеву возьмет, там, как бы, ЛК-камни, нахуй, объясни ему, что ты как, нахуй. Потянем. Ну все. Вот, в четверг и посмотрим, кто придет, кто плюсанет. Посмотрим. Если на придут, что? На десятку? Если придут, то десятку. Я говорю про десятку. Я и говорю про десятку. Если придут на десятку, не так, как на этой неделе, то пойдем. Если нет, то, блядь. Ну, я могу пугов поспрашивать, но, блядь. Чтобы они сегодня зашли, а завтра не зашли, и завтра я, блядь, искал других пугов, мне такое нахуй не надо. Так, ладно, все, ребят, давайте это вы потом обсудите. Значит, так, поехали. Вой, ты в трусах будешь танчить. Я в ромбе. На той стороне Шамик Капустка, как обычно. Решал Геру, помнишь, когда? Так. Холик. Да, можешь, в принципе. Можешь вот здесь либо со мной стой здесь, либо стой с Войдом. Без разницы. Главное частицу на того танка, с которым ты не будешь стоять. А чё за твин, Аус? Шамана. Разбойника, ёпта. Шамана. Все, РЧ на готовность. А чё тут? Кого фокусить? А, смотри, Андрюш, короче, играешь сначала по трусам, вот здесь со всем рейдом. Стоишь приблизительно вот так, заметкой. Стоите, дамажите под Гера и сразу будете в него вливаться. Потом, как вы добьете, на тебе будет стаки вешаться, дебаф, знак Кортеза. Первый босс у вас будет Кортез. То есть рядом с каким боссом ты находишься, те дебафы ты получаешь. Понял? Вот. Как только вы добьете его, вы перебегаете ко мне в ромбик. Там будет ревендер стоять. Вы играете по ревендеру, сливаем его. А заливаем его. Дебаф, смотри, он вешается на 19 или на 20 секунд. Пока вы придете ко мне, вы бьете ревендера, на вас начинает вешаться знак ревендера, и в это время уже спадает Кортеза. Понял? То есть ты дальше спокойно бьешь ревендера. Когда на тебе два стака будет от ревендера, то просто убегаешь к трусам, либо к звездочке. Ну лучше давайте к трусам. К трусам убегаешь, вот сюда спокойненько. Вот. И стоишь. Ждешь, пока спадут стаки. Стаки спали, побежал обратно, добиваешь. Понял? Угу, понял. Хорошо. Все, РЧ на готовность. Еще 3 минуты Геры.
Ну что вы слабые, бля, без гиры не убьете. Потом вам дам гиру. Ну ладно, в принципе, похеру. Давай, даю таймер и поехали. Аус, левее сдвигайся к меточке. Вася, чуть ближе ко мне. Чуть ближе к решали подойди. Да, без Геры, он первый стак повесился, 49%. Меняйтесь, решалы. Решал, меняйтесь. Активнее вливаем. Будет 20 стака Кортеза, ничего страшного. Стойте, добивайте босс. Йона, далеко убегаешь. Ёпта, ты сейчас не 2 стака. Далеко убегаешь. Ну всё, пизда. Диван, Олег, быстрее на кого-нибудь. Зачем далеко так убегаешь от него? Он же тебя хилит. Успели диван кому-то дать, да? Теперь? Нет, не успели. Ну я крестом мог, а хотя уже там встали все ино. Да бегите. Ну вставайте все, бегите там. Да, отбеги, отбеги, Саш, отбеги. Ой. Интересно, сделается ли ачивка посланника и типа дань фанатичному безумию? Рэнджа у тех 55. В РДДшных. У милишных нет. В РДДшных. А, да, у РДДшных 55, у милишных 60, по-моему. Или 40. Это ты про дебаф говоришь или про что? Да, про дебаф. Не, это цифра с десятки, я говорю. Она примерно стоишь, типа, чуть дальше вот этой вот, блядь. Колонны, черепа, вот это вот, чуть-чуть дальше, все. Ты туда вообще в метку уходишь, все, я до тебя не достаю, мне приходится к тебе подходить. Я ловлю еще второй стак от того же босса, блядь, прохиливаю тебя и ухожу. Короче, подбегая вот чуть ближе, где колонна. Туда, потому что когда ты к метке к самой уходишь, то он тебя не достает. Дрочью. Где этот холипал, бля? Какого ты там холипала проебал уже? Ну гатор, на мага забил, нахуй базар ноль, блядь. Ну если будет качать холипала, блядь, и нормально ему объяснить, блядь, то можно делать здесь десятку взять. Сколько там напало? Меня кто-то вспоминает, блядь. Небось, он про тебя и вспоминает. Бутусом стопудово. Как говорится, надо задержать дыхание, короче, и помолчать. Не написал он.
Нет, туда не перебегайте. Там идет пак. Блядь. Ну, бесил уже, что делать. Да мы стоим, трэш бьем. Ой. А, да, там ребята встали, уже побежали. Ну, сумоньте тогда и... Хуя, я тут все у себя повыключал, нахуй. Что за тишина? Бля, если бы мне дозу собрался писать, я бы тоже нахуй рофнул кусали, блядь. Не, ну два их забьем, хуй нахуй просто, ну так, десяточку. А что вы все посыпали? Да мы трэш бьем, бля. А. Так умрите нахуй, мы вас присуманим и все. Да, тут один моб уже остался. А, так мы тоже в бою, ёб. Все мне проводали. Это сумра, сумра скидайте нашим. Где это? Набором за него. Это же этот бездарь, это этот... Сова наша, блядь, да? Это блепас, да. Тебе нужен этот кольчужный пояс, я тебе могу отдать. Он латный выиграл. А, он латный забрал. Ну смотри, типа, прикольный с хвостой, с крипом. Типа, мне не горит, я могу тебе отдать его нахуй. Он тут, не тут, нахуй. Ну, пей. Там тебе сум летит. Да я вижу. Не принимай. Во. Аус, ты вернулся? Блядь, а чё честно, как у меня типа не шаю, блядь, ну типа давай видел мелкого уровня, типа, блядь. Поиск спутников, нахуй, или что? Доза, ты с кем разговариваешь? Я у вас здесь, у вас. Бутылка, ёптать, с кем он разговаривает, а? Да не, он не пил. Нормально. Заебёте мозги, нахуй, секунду. Чё, выкидывал, взять мелко? Вот он, не кусочек. Все, нахуй, присоединился. Блять, а раньше было по-другому, нахуй, как-то, блять, можно было так добавлять. Нахуй его знать.
Давайте фулбафаемся. Блять, у меня вообще сегодня жога, пиздец. А, Войт, а у тебя есть еще одна банка на ХП? Угу. Могу купить это, ну это, почти послать. Да не надо, я по-моему куплю сам. Холипала не хватает, да, кстати? Так будем что? Ты будешь получать, ну, ты будешь Войт вообще слава делать? Второй да. Статик, там, ты, я буду третий статик. Ну, он же тебе говорил, будет. Все, давайте, РЧ на готовность. Все, все готовы. Даю таймер. Сейчас марка, кстати, целая. Гера пошла, играем. Сейчас под Герой вообще его должен шоп. Кого убьют? Ну, всадник. Там одного убить, нахуй, второй зальется. И чисто не. Я в курсе, мы уже заковали десятку. Потом когда. Не, я просто, ну, у меня десятка, нахуй, там хил не до где-то, блядь. Иду и не собирался вообще другой тип. Все, добивайте Картаза, идете ко мне на Ривендера, Войт, можешь пойти на ту сторону. В принципе. У меня нет выбора. А что там? Не надо мне еще его хилить, нахуй. А, не надо. Он говорит, не надо. Меняйтесь, мешал, меняйтесь. Хочешь, пойди меня пока поменяй, я стаки скину. И получается, ну, мы, короче, знаешь, как я ебашил я? Ну, они... Как? А, получается, на той стороне получается танк, и на другой стороне типа хил. Они меняются на двух стаках, и по итогу получается один забирает двоих. Мы заливаем, получается... Меняйтесь. Ну, первого пидораса, мы заливаем первого пидораса, второй пидорас, которого он забирает танк. Ну, мы в одной точке все били. Он получается, блядь, мы отбегаем, стаки скидываем, нахуй, мы скинули стаки, там где-то Мишка прожался и тому подобное. Все, мы вернулись, убили этого, пошли туда. Ну, все это грамотные хилы, понимаешь? Что, меняемся, не? Меняйтесь. Да, меняйтесь. Все, побежали туда. Сейчас звездочку на себя возьмем. Вой, ты на этот к решали где? Там стаунти босса для себя. Да я сейчас уже переходить буду. Там Холипау можно туда отправить. Хотя похуй. Кстати, депонатор Холипала забрали или нет? Депонатора? Да. No. Ну, думаю, да. Депонатор, пойдешь в статик? Все, 4 я. Войт, скоро поменяю. Все, иду менять тебя. Ну, по выходным ты всегда в игре? Жизнь принадлежит мне. Надо подождать. Тоже.
Цесса Чилли. Токен пал пристлок. А, короче, мне надо стабильный, блядь. Стабильный, нахуй. Сейчас напишу, короче, кенту. Это теперь наверх, правильно? Да, да, да. ГЦ. Да у тебя какой уже кусок? О, отлично, это если голова выпадет, то есть шанс. Голова нужна кольчужная. На кого? Кому? На кольчужная, кому нахуй? На Росаршиман. На ШП, ёпта. На ШП кольчуга, хорошо. Возьмем. Так, на этом боссе стоим. Ну, 25-ку мы в четверг идем. 8. А, Юни, либо вот реально, ну, Василиси. А, ждать, что это получается. Либо десятка, либо 25-ка. Ок. С десятки падает 213-й охуенный посох, который меняется опухоль. Либо с 25-ки забирать, блядь, дробяшку на дух, которая крита. Подожди, дай я людям тактику расскажу, ребят, здесь, значит, смотрите. Бьем босса, на ком будет дождь, я буду называть ник, надо будет выносить его в сторону. Да забей, тут в десятке вообще не шибет, я потанчу. И смотрите, когда он взлетает, вторая фаза взлетка, он взлетает. Убегаем, становимся все на рейндж друг от друга, вот приблизительно как я от кота сейчас стою. Да, переставь на ауру льда. И смотрите, тут как Синдра, она кидает две глыбы. За эти две глыбы, просто за любую из них, надо будет спрятаться, стать так, чтобы между вами и боссом была глыба. Вот как я типа за сову стал. Потом он опускается и добиваю. Ну, дальше бьем так же. Босс цикличный. Там что, как сбоку стоять? Или она не клевает хвостом там ничего? Хвостом бьет, да. Стоишь сбоку. Дождь, если будет на тебе дождь, короче, ты выноси в том плане в сторону хвоста. Бля, хорошо ты сказал, а то Влад ничего не сказал про дождь. Не заходи. Да что без дозы сделали? Умирали. Да, дождь. Вас на тебе, походу. Не, ну чё, Влад хороший был. Ничего не скажу. Он сходил. Можете просто перебежать на ту сторону, на той стороне дамажит, там дождя нету. А где вас там, блядь? Ну, рядом. Теперь уже, да. Вообще, знаешь, что мне помнишь написал, типа, на X2? Ну, я вот написал, типа, на X3. Вы как игроков вообще догнать, вы дали брюк? Там подумал, что это дерьмо. Он, знаешь, что говорит? Открывайте магазин, покупаете. Я говорю, дай денег на магазин. Он мне дал, короче, блядь. Все, две глыбы появились, прячемся за глыбами. Ты говоришь, с оргазмом на губах помощь. И это кому там? Как ее? Сима. Сима. А ее так зовут, да, Сима? Да. Бог им помощь. Дождик аккуратно, милики, смотрим. За кем идет, просто пару шагов делайте. Мне что-то, блядь, забагалось нахуй, не показывает. А, Юю за тобой, походу, идет. На другой стороне тоже появился, вас за тобой.
взлетела. Набрали раньше друг между другом. Все, спрятали за глыбами. Влад, знаешь, что меня бесит? То, что дебилом, сука, не работает на этом дерьме. Ну, он работает, но криво. Ну, это да. На кильце так вообще пиздец. Когда в МК берет десятки, это вообще, блядь, такая, блядь, парня. В десятке нету МК. Десятки МК нету. Не, просто когда мы ходили по тени раз в 25-ку, приз написал, там я не помню какой приз, ну не капустка, это точно не ена. Типа, блядь, типа невосприимчив, нахуй, это Демишек, нахуй. В компании, блядь, уже три фера было до этого. Ну, это Бач, наверное, написал там. Да. И получилось, типа как, блядь. Не, это да, баллада вообще была, да, по-моему, да. А он кливает, не? Что? Да, он кливает. О, бля. Сауф кливает. Да, пойти руду собирать. Все, отошли. Ждем глыбы. Ждем вторую глыбу, не сбегайтесь пока в кучу. Все, спрятались. Все, добиваем боссу. Это что за хуйня? Ключ? А, это ключ? Это для открытия ока, да. Там сдаешь квестик и получаешь постоянный ключ к оку. Да, да, нити. Ну, у меня уже есть нити, кому нужен ключ. Нить. О, это дай пока гоу капустки. Как прикажете, повелитель. Шакин, да, блядь, понятное дело, Саш. На этом боссе объясняю тактику. Первая фаза, мы просто бьем трэш. Далеко не убегаем, петов всех ставим АФК в центре. Стоим в центре, в кружочке в зеленом. А, милики сливают поганище, РДД. РДД, получается, сливают банши из скелетов. Едем дальше. Вторая фаза. Бьем босса. Будут появляться красные кружочки на полу. В этих кружочках стоять нельзя. Момент второй. Будет кидаться взрыв маны на любое тело. Если на вас взрыв маны, я буду называть, надо будет отбежать просто в сторону от рейда. Вокруг у вас щелкнет, вот как у арканов, такая уешка. Она щелкнет, все, идете обратно. И последний момент, это трэш будет появляться. По трэшу играть не надо, бурстим по боссу. Войд, трэш не надо ловить, я сам подержу и босса, и трэш. Можешь дамажить просто босс. Арчина, готовность? Тут что, темный? Да, поставь темный.